Так, так. Подожди. А собака-то собака. Реки как реагирует. Животное. Парень, что хочешь сделать? Скажи честно. Уже облизывается. Ой, мама. Ой, ой, тряпки. Ну, давай. Травку поесть. Настя, Настя, вот прошла воду, фотоаппарат в кармане, вот это, да. Перышко потеряла. Настя. Да нет, он сам. Он сам ест траву просто. И запивает еще. О, его, кстати, это, перо. Перо, да, перо. Потерял. А я гнался за рукой. Самое смешное, что я... А он на тебя прям неси. Он как торпеда, знаешь, какой скорости. Поэтому его не заметил. Он очень быстро к тебе приближался. Может, у тебя не кричали, вы бы точно с ним столкнулись. Точно. Не надо, на стиру пока не бери. Да не, он заорал вообще, по-моему. У меня все снято. Смотри, смотри. Слишком быстрая еда. Близко еда. Прям ням-ням. Чуть-чуть и все. Ну давай быстрее гулять. Дай. Наглый вообще, ничего не боится, ты глянь. Все, он только на камне не ныряет, вот здесь вот как раз отсюда попал. Все, вода такая классная, выбери. Просто чума, да. Быстрее, быстрее, белое перышко, ну быстрее. А, букашу, лярма, быстрее. Собака, кстати, сильная. И видите, как это прям это вдвоем прям сдерживает. Она действительно очень сильная. Морда у него дочь потешная. Он его дразнит.